Друзья, я с удовольствием представляю наших сегодняшних дорогих спикеров. Ирина Пудова, телеведущая Первого канала, ведущая утренних эфиров, тревел-журналист очень известный, которая вела безумное количество интереснейших эфиров на телеканале «Моя планета». И я всегда с огромным удовольствием это смотрела. Мой любимый тревел-журналист, Ирина, комплименты. Спасибо, очень приятно. На самом деле, если человек знает меня как тревел-журналиста, поскольку это было 8 лет, да, там, в течение 8 лет назад, для меня это особенно ценно. Это очень приятно, обалденно. Спасибо. И Ирина также является амбассадором проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Межрегиональный проект, который развивает тему и позиционирует Россию как один из центров античности в мировой истории. И Александр Бутягин, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа, руководитель археологической экспедиции Эрмитажа в Крыму и большой знаток античной истории, в том числе античной истории виноделия. Прошу, Александр, сегодняшняя тема посвящена развитию виноделия в Северном Причерноморье. И мы начинаем наш эфир. Собственно говоря, появление греков в Северном Причерноморье связано с Великой Греческой колонизацией. Великая Греческая колонизация была сложным процессом, который шел веками, и начался еще в эпоху бронзы, когда греки начали проникать там в район Италии и даже, видимо, севернее. Но таким, с особой силой он начался в 8 веке до нашей эры, когда греки из Эгейского моря стали колонизировать просто все, что видели. Они даже умудрились колонизировать немножечко Египет, высадившись туда с войсками. Фараон согласился, да, пожалуйста, основайте колонии сколько угодно. Они основали колонии в Северной Африке, в Испании, во Франции. Самые крупные колонии были в Южной Италии, настолько крупные, их называли даже Великая Греция, да, потому что были огромные города, богатые. Вот. А Черное море фактически превратилось в Греческое море. На всех его берегах, за редчайшими исключениями, небольшими районами, были греческие колонии. Греки колонизировали, отправлялись с колонизационными целями, если у них были какие-то проблемы. Да, чуть что случись, очевидная проблема. Не хватает земли, перенаселение. Отправляют колонию. Например, голод наступил, да, население вроде не увеличивается, но кушать нечего, в колонию. Там не согласились с политической линией руководства полиса, туда же, в колонию, да, враги пришли злые, нет, не хотим подчиняться врагам, сели на корабле и уплыли, там, ограбить, извините, вот. И даже Цицерон, знаменитый римский оратор, говорил, что греческие колонии — это как пурпурная линия, подбитая к грубой ткани варварских полей. Вот здесь как раз красным все это обозначено. И греки везли с собой не только там оружие, провизию, они везли с собой свою культуру. И в этой культуре, конечно же, собственно, их способ хозяйствования греческий часто называется триада или квартет. Во-первых, зерновые, пшеница, ячмень. А ячмень часто забывают, да, мы так не очень ячмень потребляем. А греки его очень ценили. Времена были грубоватые. И это понятно. Это растет везде. Оливки. Оливки очень нужны, чтобы массово употреблялось в самых разных целях. Из него даже духи делали, да, ароматические масла на основе оливкового масла. Потом бобовые всякие. Например, ели вику, да. Сейчас мы скот кормим викой, а они ее ели. Что ж поделаешь. Опять же, не до жира было, да. В Америку еще не открыли, помидоров не было. Так что что-то приходилось их заменять. И, наконец, вино. Вино было совершенно необходимо. Для этого нужно растить виноград. И, конечно, в Южной Италии, в Южной Франции, в Испании, в Африке он рос. А в Северном Причерноморье, на побережье Черного моря, на Северном, не рос. Почему так? Потому что было очень холодно. Вот сейчас, если Керченский пролив замерзает зимой, то все местные жители со страшным удивлением выбегают на берег и пробуют его пальчиком. Это бывает очень редко. А тогда он замерзал так, что конница переходила с берега на берег. Да? Одесский залив замерзал, порт было не войти. Это еще бывало в 19 веке. То есть пробивали ледоколы на Черном море. Смешно, да? Тем не менее, это еще живы люди, которые такие вещи помнят.
а в 7 веке, в 6 веке, в 5 веке было очень холодно. Виноград не мог зацепиться. Может быть, он вырос бы на южном берегу Черного моря, но там жили злые тавры, которые просто обычно всех убивали, еще до того, как они успевали там вырастить виноград. Вот подождали бы, и все было по-другому. И поэтому греки все равно возили вино. Им было нужно оно, они его везли за собой. И вино, может быть, прокладывало грекам часто больше дипломатических путей, чем их витиеватый ум и способности договариваться. Ну, давайте посмотрим, где были основные места, которые колонизировали греки на Черном море. Вот мы видим карту Крыма и Азовского моря. Здесь находятся два самых основных винодельческих центра античного времени. Это Херсонес, который сейчас находится на территории Севастополя, один из самых больших греческих городов, и так называемая территория, которую археологи для простоты называют Боспор. Дело в том, что в древности Керченский пролив назывался Боспор Киммерийский. Похоже, да? Где у нас Боспор, Босфор? Да? Это же Стамбул у нас, да? Вот там, рядышком, Турция. Это одно и то же название, да? Только тот Боспор Фрагийский, этот Боспор Киммерийский. Сейчас коровий брод, может быть, в честь того, как Юпитер перенес в Европу. Ну, а греки точно не знали, где. Может, там, может, здесь, поэтому назвали и эти места Боспор. И вот вокруг Керченского пролива, на Керченском полуострове, на Таманском полуострове появляется множество греческих городов. Они объединились в V веке в Боспорское царство, но виноградарство начинается здесь позже, где-то с конца IV века. Они пытались, им регулярно высаживали виноград, но он регулярно вымерзал. Вот. А тут, наконец, температура чуть-чуть поднялась, и этого хватило. И с конца IV века, сначала на Керченском полуострове, а уже с первого века, где-то до нашей, первого века нашей, и на Таманском полуострове, начинают активно растить виноград. В это время начинается как раз история местного виноделия, и делали его не только для себя, но, конечно, и активно продавали, запасали, как угодно им распоряжались. Таким образом, Боспорское царство становится, может быть, крупнейшим винодельческим центром Северного Причерноморья, ну, начиная минимум с 3 века до нашей эры. Окружающие варвары, которые жили здесь, виноград не выращивали. Это было абсолютно привозное растение. Иногда возникает идея, что, а может быть, здесь рос дикий виноград. Но часто этот дикий виноград оказывается либо современным декоративным, да? Либо это одичавший античный виноград. Такие случаи тоже бывают. Ну вот, и когда археологи иногда начинают копать какие-то меотские, скифские города, они набиты просто черепками греческих сосудов, в которых вводилось вино и масло. И в первую очередь вино. Некоторые считают, что греки просто спаивали варваров. Да ну, когда те все время пьяные, да с ними проще. Нет, конечно. Это было не так. Во-первых, вино было не таким дешевым, чтобы там, да, его в огромных количествах поставлять. И его могли, конечно, позволить себе не бедные люди. А во-вторых, вместе с вином шла и греческая культура. Да, чтобы получить это вино, нужны были греческие сосуды. Хранить его нужно было тоже доказать как. А потреблять тоже особым образом. Ну, варвары, конечно, упрощали все это, но, тем не менее, греческая культура распространялась в том числе и как культура вина. В этом нет никаких сомнений, потому что если мы смотрим, например, могилы варварских вождей в огромных курганах, там вот всякие такие вещи, то там стоит греческая амфора, греческий черпак и греческие сосуды для питья. Да? Все остальное там скифское, меотское, сарматское, а вот эти сосуды будут всегда греческие. Здесь мы видим карту Керченского пролива сверху и показаны основные города. Ну вот, моя экспедиция исследует город Мирмекий, он там на севере Керченского полуострова. Сейчас мы тоже на территории города Керчи, Керчь — это длинный город. Когда-то в 85-м году я приехал мальчиком вместе с мамой просто отдохнуть на юг в Керчи, ну вот, а в 99-м стал начальником экспедиции, там и копал я и студентом тоже, и вот с тех пор 20 лет, вот в этом году будет единственный перерыв по понятным причинам в наших работах. Ну вот, ну, надеюсь, что все это ненадолго. Мирмекий был небольшим городом, небольшим. Его сейчас называют «Малый Боспорский город». Но мы считаем «Малый Дулдалый». Там много чего было найдено интересного. И в нем было найдено множество виноделин. До такой степени, что даже его раскопщик, который копал там с 34 по 66 год, Гайдукевич, называл его «Мирмекий город виноделов». Конечно, виноделием занимались и в остальных городах. Да, вот в таких крупных, как Пантикопей, столица царства, Фанагория, город на другой стороне, на Таманском полуострове, да, сейчас в районе поселка Сенной.
он находится, это столица Босфора, как называли, европейская и азиатская. Ну, сейчас Тамань — это не Азия, но греки часто проводили границу по Керченскому проливу между Европой и Азией. Нимфей, Тиритака, Китей, Кепы — везде находят винодельни. Если не нашли, найдут. Да? Археологи рано или поздно их находят. Везде они были, ну, не буду вот так говорить, в каждом доме, но через один. Их было очень много. Это неудивительно, потому что, как я уже говорил, без вина греки существовать не могли. Ну вот, здесь мы видим и еще один важнейший винодельческий центр – Херсонес. Херсонес был основан позже других греческих городов. Там было маленькое поселение еще 6 века, а в 5 столетии его основали. И греки здесь сделали все правильно. Они разделили, видите, такими аккуратными улицами территорию города и также аккуратными, как улицами, дорогами на участке разделили территорию всего Гераклейского полуострова. Город был относительно небольшой. Нет, он большой по сравнению с моим маленьким Мирметием, да? Но все было вокруг поделено. Земля поделена, огромные участки. Сначала, конечно, они еще не могли выращивать виноград, но как только температура улучшилось, конечно же, сразу же стали это делать. Вот даже на этой карте обозначена винодельня, она, правда, поздняя, скорее всего, византийская, ну, естественно, в римское время и в период Византии производство вина не прерывалось, а оставалось важным, потому что если для греков вино было важно в связи с их религией и там, богом Дионисом, то христиане тоже без вина не могут. С вином тоже связана христианская обрядность. Ну вот как раз, посмотрите. Видите, здесь мы видим, вот как будто такая сетка наложена на полуостров. Сейчас очень немного от нее сохранилось. Ну, война, строительство современное, конечно, разрушили многие из этих участков. Но археологи раскапывают их, изучают. Черными точками обозначены усадьбы, там, где жили люди, разрабатывающие эти участки. Естественно, усадьбы часто служили, ну, не для постоянной жизни. Человек имел свой дом в городе, а на усадьбу выезжал период важных работ. Участки, которые назывались клеры. Клер — это был участок земли, принадлежащий какой-то семье. Вот, например, если все мужчины в семье умирали, оставалась, например, девушка незамужняя, ее называли эпиклера. Да? Сейчас бы, конечно, я думаю, что дамы обиделись бы на такое, что значит принадлежащее кусочку земли. Но греки считали, что разрабатывать землю должен мужчина. Да? На жене долг, на мужчине земля. И поэтому нужно срочно ее выдать замуж, потому что земля простаивает. И вот мы видим эти нарезанные клеры, причем там есть такая загадка. Видите, вот там с левой стороны маленькие клеры, да? Маленькие такие сеточки. А здесь большая. До сих пор как бы так и ее окончательно не разгадали. Думали, может, там питомник был, да, маленькие участки. Сейчас этот вопрос решен. Дело в том, что жители Херсонеса опасались окружающих варваров. Варвары еще сначала не распробовали, да, греческое вино. И нападали на херсонеситов, и они, видите, отделили специальной стеной маленький полуостров, и его разделили, ну, поэтому граждане достались маленькие участки. А как только ситуация наладилась, их увеличили, и Херсонес, надо сказать, не просто даже разрабатывал всю эту землю и производил вино, он в больших количествах пускал амфоры специально для вина, и их находят не только на варварских памятниках, но и, например, на Боспоре. Да? То есть, видимо, вино херсонесское было даже чуть-чуть лучше, чем боспорское, потому что, ну, южнее он. Это очень важно, да? Даже небольшой участок. Греки выращивали виноград, конечно, не так, как сейчас. Если бы современные люди увидели бы греческий виноградник, они бы даже, может быть, не поняли, что это такое. Это часто куча камней в ряд, и на ней вот такие вот выложенные лозы. А на зиму их еще могут вот так вот замотать и засыпать землей. Страбон, римский автор, говорит, что не забудьте засыпать виноград землей на зиму. И виноград часто поднимали прямо с земли. Это в Северном Причерноморье. Если удавалось в Греции, например, могли намотать лозы на ближайшее дерево или действительно сделать какие-нибудь стоечки. А вот греческие виноградари больше не поднимали руки, чтобы собирать виноград, да, а нагибались, но очень уж им этого винограда хотелось. Да, без него, конечно же, никуда. Виноградарство было важнейшим для многих древнегреческих городов, и виноградная гроздь — это совершенно стандартная эмблема. Их изображали на монетах, их изображали на штампах, которые ставили на амфоры, мы еще об этом поговорим.
это само собой. То есть виноградарством часто хвастались. И Северное Причерноморье не то чтобы им хвасталось, да, все-таки, конечно, в те времена марку держали греческие центры Средиземноморья, Эгейского моря. И там среди них тоже было, они разбирали, какое вино хорошее, какое плохое. На острове Кос вино считалось плохим, да, а сейчас вроде и очень ничего. Ну вот. Но, конечно же, горсть винограда была знакома всем. Этот символ, символ Диониса, символ важной части земледелия, видел каждый грек многократно. Что греки делали с виноградом? Естественно, когда наступал период его сбора, виноград перевозили из виноградников на винодавильни. Виноград перед сбором, чтобы он был более сладкий, грек не мог просто так досыпать сахара. Ну, как можно было увеличить сладость винограда? Долить, может быть, меда. Но мед был тоже намного дороже, чем сейчас. Поэтому обычно нужно было поднять сахар. Что делали? Подрезали слегка перед сбором незадолго виноградные грозди. Или же даже сначала им давали немножко высохнуть. Ну, чуть-чуть, да, естественно, не до состояния изюма, но чуть-чуть подсохнуть, чтобы воды было меньше, сахара больше. После этого нужно было отжать виноград. Вот здесь изображен самый простой вариант, когда просто виноград сбрасывается на площадку, и его начинают ногами отжимать. В действительности, иногда, чтобы сразу, ну, были переносные такие площадки деревянные, ну, вроде стола, только со сливом, и чтобы не попадали там косточки, да, и кожица, просто виноград отжимали сразу в корзине в большой. Вот, это могло быть удобным. И с давильной площадки он через слив текал в цистерны. Ну, здесь две соединенные очень небольшие цистерны показаны. Они часто достигали довольно значительного размера. Ну, скажем, там, 2 кубических метров легко. А иногда и большего. Вот здесь мы видим винодельню, найденную как раз в Мирмеке еще до войны. К сожалению, она не пережила войны. Там были серьезные бои, и от нее сейчас ничего не осталось. Но, к счастью, она полностью зачерчена, зафотографирована. Вы видите как раз вот такой тарапан, камень. Если давили на площадке, это площадка. А если камень, это тарапан. Вот он с небольшими канавками. На нем как раз давили вино ногами. А вот в дальней части фотографии какой-то такой, наоборот, квадратный, невысокий постамент. Это следующий вариант выжимки. Да? Выжали все, что могли ногами, но сок еще есть, но его надо добыть. Там стоял виноградный пресс. Пресс обычно делался просто при помощи 2 деревяшек, причем иногда изображают, как какой-нибудь, например, сатир, спутник Диониса, сидит сверху на этой деревяшке, да, пытаясь ее утяжелить своим весом, чтобы больше выдавить. Ну, брали мешок какой-нибудь, в него виноград, и начинали давить. Этот виноград, если наш отжим считался похуже, его отдельно сливали. И вот это уж точно варваром, да? Это варваром. То, что ногами, себе. Вот. Ну, или соседям. Удивительно, сколько вы всего знаете, сколько вы всего рассказываете. Я уверена, что в вашей голове и у вас, ваших знаний хватит не на один подобный эфир, поэтому, с вашего позволения, я бы с удовольствием бы осталась с вами на связи, потому что, конечно, было бы очень здорово использовать ваши знания во благо какого-нибудь телевизионного процесса, допустим, если мы будем делать телевизионную какую-нибудь историю, посвященную Босфорскому царству, с вашего позволения. Как вы на это смотрите? Ну, конечно, все это интересно, и тем более пропагандировать наши раскопки, которые не только с моей, естественно, да, а и моих коллег, это очень ценно, и тем более, что все мы неравнодушны к вину как в археологическом и историческом смысле, так и в абсолютно самом современном. Вы прям говорите, спасибо, как будто, вы знаете, вас очень, как будто музыка. Спасибо вам большое, очень приятно слушать, на самом деле. Да, ораторский дар. Смотрите, в этом году, да, 2500 лет Босфорскому царству, это такая, ну, общая дата, я уверена, что вы, может быть, с ней и поспорили бы, или дополнили бы ее какими-то своими соображениями, но, тем не менее, вот в рамках нашего Золотого кольца Босфорского царства, нашего большого межрегионального проекта, есть еще вот проект винной дороги Босфорского царства. И вот по поводу этих винных дорог и вообще, в принципе, по поводу всего Босфорского царства, мне бы очень хотелось, чтобы Русское географическое общество нас поддержало бы, хотела
еще в двух словах, может быть, потом затронете вот эту тему по поводу вот этого автохтона, да, из Фоногории. Вот я сейчас как раз вот пока слушаю Александра, занимаюсь такой вот дегустацией, потому что мне показалось, что, наверное, это будет как-то очень в тему и очень любопытно по поводу вот этой линейки автохтон, потому что я так понимаю, что она как раз-таки... Да, обязательно. Представим в конце эфира нашего винного партнера. Сегодня компания «Фоногория» предоставила вино и нашим ведущим и бутылку розового вина «Автохтон» Сапирави розовое для победителя за лучший вопрос, который мы в чате прочитаем в конце эфира. Александр выберет, какой вопрос ему больше понравился. Да. Ну что же, мы продолжим. Вот я говорил о том, что процесс осуществлялся либо... в городе, либо в усадьбе. Вот в Московском царстве в основном было характерны города. Это связано с тем, что Херсонес очень удобно расположен между гор. На горах стояли специальные сторожевые посты и отряды воинов, которые, если что, сразу перекрывали небольшие проходы, и все, нападающие там варварские племена не могли прорваться. Боспор был открыт, и поначалу они не любили жить в селениях, ну, потому что это было просто опасно. Здесь мы видим типичную небольшую усадебку, ограниченную забором, и обычно вот в большом доме, который здесь показан, жили хозяева, там галерея, куда можно было выйти, да, где и тень, и продувает. А вот напротив, например, вот этот вот такой, вроде сарайчик, да, с односкатной крышей на переднем плане, это вполне могла быть винодельня. Часто в ней делали даже окно снаружи, вот у римлян это вообще было очень принято в Италии. Ну, херсонситы просто побаивались, чтобы никто туда через окно не залез, тогда его нужно было хорошо очень закрыть. И прямо, чтобы подъезжали эти телеги, не заезжали во двор, туда сразу выгружался виноград. Здесь он давился, здесь он отстаивался, там хранился. Можно сказать, что такие усадьбы, фермы были и маленьким винодельческим заводом, и маленьким средством для хранения зерна. То есть все здесь концентрировалось, все греческое хозяйство. Многие усадьбы раскопаны, и сейчас их можно видеть или в окрестностях Севастополя, а некоторые практически на территории самого города находятся. Здесь мы видим одну из виноделен. Вот это самая простая виноделина. Проще нет. Да? Она состоит из, под номером А, давильной площадки, слива и маленькой-маленькой цистерны. Иногда цистерны действительно поразительно небольшие в таких винодельнях, ну там не достигают и куба. Но, естественно, неизвестно никогда, что делалось дальше. Да? В одном случае, например, можно было заполнить цистерну соком и так ее оставить, да, уже, чтобы там бродило вино. В другом случае перелить, снова ее залить. Сейчас считается, что там раз в 7 можно заполнять цистерны где-нибудь в Италии, если давить, да. Сильно, причем на море, скорее всего, не так жарко, не так хорошо. Ну, 2-3 раза максимум успевали подавить на такое винодельню, и она вполне обслуживала интересы одного домашнего хозяйства для себя. Ну, как и сейчас часто в винодельческих районах, хозяева делают вино для себя, ну, а если что-то еще остается, то это можно там продать, подарить и так далее. Да? Вот, так же происходит и до сих пор. Ну, вот здесь мы видим позднюю винодельню боспорскую, очень развитую. В ней несколько давильных площадок. Вы видите, там обозначен вход, как раз вот такое окошечко, чтобы можно было заносить снаружи прямо на давильную площадку. Не таскать эти корзины через всю винодельню. Мы видим 3 давильных площадки. 2 большие, 1 маленькую. Почему так? Зависит от количества вина. А иногда они почему-то давили небольшое количество вина в каком-то определенном месте. Ну, может быть, или какого-то определенного винограда, который добавляли, или что-нибудь еще было такое хитрое. Ну, к сожалению, археологически это узнать нельзя. И видите, можно было управлять этой системой. Давить на одной площадке, одновременно на двух, на всех трех. Сливать в одну цистерну, в две. Ну, и вот небольшой участок, да, я говорил, что могли специально на нем давить что-то особенное, а могли именно здесь давить виноград прессом. Видите, большая такая, ну, большущее бревно, винт. Интересно то, что в нашем понимании, если есть груз, а им надо давить сверху, правильно? Ну, как бы большой груз, да, положили там пресс, и он давит вино. А у греков было как? Они присоединяли бревно к грузу, ну, чтобы его не поднимать, это же тяжело. Видите, здесь груз, вот такой вот несколько ступенек, лежит на полу, а как бы, а к нему винт. Получается забавно, вместо того, чтобы давить сверху на бревно, они как бы подвесили груз снизу, а иногда его реально вешали
на чем-то, и как бы к нему притягивали. Ну, для того, чтобы, вот там, допустим, на площадку клали мешок с виноградом, а сверху еще 3-4 доски. И давили, поэтому давление тоже было не таким, что сверху бух кирпич упал, и все в смятку. Выдавливать нужно медленно. Поэтому с одной стороны крутит винт и постепенно-постепенно додавливает вино эта система. Она технически совершенная, конечно, как было не с самого начала. Римское время, время прекрасных инженеров, научились. Ну, это как у нас сейчас, знаете, принято сок первого отжима, давление второго, самый ценный сусло-самотек. То есть традиции, они никуда не деваются. Это технология с античных времен. Да, да, тут, к сожалению, виноград, с виноградом трудно договориться. Все-таки он остался, может быть, технический прогресс увеличился, сорта изменились, но все-таки физические свойства винограда нельзя изменить кардинально. Вот это такая известная каждому археологу, античнику нашей страны таблица из книги о археологии Северного Черноморья, когда выпускались такие книги. У меня такая была в школе, и вот когда я первый раз ездил, я привез с собой эту огромную книгу, она такая большого размера, как альбом, просматривал ее и ходил с ней по всяким памятникам. И видим там вот уже то изображение, которое мы видели, да, вот сверху под номером 23, это как раз вот эта винодельня, и разные другие винодельни. Я не буду вам рассказывать все их виды, да, ну понятно, чем богаче хозяин, тем больше он давил вина, тем сложнее у него была винодельня. Я хотела бы обратить еще внимание, здесь, если посмотреть, шкала времени, снизу 4 век до нашей эры, сверху 4 век уже нашей эры, и можно проследить даже по картинкам, видно техническое разнообразие, которое появляется с каждым веком, усовершенствование техническое, и такой прогресс, да, технический прогресс в винодельческой индустрии. Да-да, а еще я хотел бы обратить внимание вот на другую сторону, здесь мы видим вот эти виноградные ножи. И их узнает любой, кто вообще видел эти виноградные ножи. Я когда-то был поражен в Италии. Мы поехали, нам нужно было для работ, мы копаем там виллу недалеко от Помпей, нам нужны были, ну, что-то купить там, лестницу или леса. И вот Леруа Мерлен, да, вот такой же Леруа Мерлен, как где угодно, в Москве, в Петербурге там. И вдруг я вижу такой раздел, и там висят виноградные ножи, такие, сякие. Вот они абсолютно как античные. Ну, есть вариант, видите, некоторые слегка загнуты, да, напоминают серпы. Некоторые, вот как слева показанный железный виноградный нож, сильнее загнуты. Некоторые такие вот лунообразные, да, как серп луны большой, вот снизу они. И такие, кстати, часто изображали на херсонесских надгробиях. Да, труд виноградаря там был столь популярен, что даже на надгробии могли изобразить виноградный нож. Виноградные ножи тоже немного меняются, но, видимо, тоже это зависело от любви винодела к тому или иному его типу. И вот, как мы говорили, да, отжимы не поменялись, и виноградные ножи тоже сменились не слишком за эти века. Даже вот у нас в Мирмекии был найден виноградный нож, чуть-чуть сломанный, но я ни секунды не сомневался. Вот он, виноградный нож, отличная находка, да. Еще одно доказательство, что рядом были виноградники. Здесь мы видим, скажем так, тару, куда помещали вино. Естественно, после того, как выдавливали сок, его нужно было куда-то переместить, ну, если еще предполагалось там несколько, например, отжимов. Самые распространенные виды греческой тары были амфоры. Амфоры – это вот такие сосуды с двумя ручками. Слева мы видим маленькую амфору стоящую. Это, кстати, родосская, скорее всего, амфора. На острове Родос такие делали. Ну вот, в них могли наливать вино, а могли в них и давать соку забродить. То есть их можно было использовать, ну, как современную бочку. Бочки появились довольно поздно, потому что у греков дерева было мало, да, а глины много. А справа мы видим огромный сосуд, в нем даже может спрятаться человек, а то и не один. Такие сосуды назывались пифосы. И вот они как раз служили для приготовления вина и хранения его в первую очередь. Конечно, и для других целей, да, туда можно было и зерно засыпать, ну и вообще, что бы вы ни захотели, но вот такие пифосы, их вкапывали в землю, и они служили хранилищами. В римское время это первый, второй, третий, ну и выше, да, до конца гибели римского государства, до где-то там 5 века нашей эры. В это время вкапывали целыми рядами пифосы. Ну, где-нибудь там в Италии можно увидеть там 30-40 пифосов, вкопанных в усадьбе. Ну, у нас там 6 вкопали, уже здорово. Иногда их удается найти в земле, это всегда развлечение. Студенты всегда очищают пифос и лезут фотографировать. Верхняя часть обычно проваливается, а в нижней они радостно сидят. А раньше когда-то были бы по шею в вине.
Какая емкость таких пифосов? Сотни литров? Сотни литров, да, сотни литров. Ну, амфоры, они бывают очень разные. Даже вот, например, в нашей эрмитажной коллекции есть амфорки вот такого размера, по 20 сантиметров. Не знаю, зачем их делали, наверное, в храм приносили, как я подарю Богу целую амфору вина, да, и маленький. Там 7 литров, 8 до 12 где-то литров. Кстати, в римское время больше, может быть, и 30 литров в амфоре. А в пифосе может быть 300. Легко. Вот мы здесь видим амфоры. Такие амфоры называют остродонными. Зачем у них острое дно, мы еще чуть позже поговорим. А на горле этой амфоры отпечаток. Да? Археологи называют такие отпечатки клеймами. То есть клейменная амфора, не клейменная. В разных греческих городах их ставили, а где-то не ставили. Например, вот на Босфоре не ставили никогда. А в Херсонесе, например, ставили. Там обычно упомянуто имя хозяина мастерской, которые делали эти амфоры. Иногда причем такой-то сын такого-то, да, то есть так серьезно. И имя чиновника. Причем даже, вот, например, в Синопе, это вот, ну, синопский бой, да, который выиграл Нахимов, знаменитый во время Крымской войны, а это очень древняя греческая колония Синоп. Синопа. И там делали амфоры, на которых писалось там «при астеноме таком-то», такой-то сын такого-то, ну, сделал, да, эту амфору. Естественно, он не сам ее ручками сделал, а его мастерская. И иногда написано «агроном». Ну, агора, да, это рынок. То есть вот эти вот чиновники, как их зовут в греческих городах, магистраты. Ну, потому что чиновники — те, кого назначили, а магистраты — те, кого выбрали. То есть, скажем, мэр города — это магистрат. Скажем, губернатор, если его не выбирали, это скорее чиновник. Ну вот, и вот эти магистраты отвечали за клейма. Ученые до сих пор спорят, зачем же ставились клейма. Раньше, такая основная гипотеза, вот когда я был студентом, я это, так сказать, впитал с лекциями наших профессоров, говорили, что самым главным был объем амфоры. И просто магистрат ставил клеймо, тем самым показывая, что объем тот. Ну, что на этом можно сказать? Понимаете, современный даже человек часто может вполне угадать объем, скажем, банки, если он его знает, правда? Ну, ему не нужно, там, что нам было написано, 1 литр или 0,5 литра. И в те времена было так же, было чем измерить. Тем более непонятно, если же объем удостоверяется штампом, а почему не на всех амфорах, да? А в этих так мы не уверены. Ну, покупайте так. Появилась идея, что, возможно, эти штампы связаны с налогообложением. То есть заплатил государству. У греков часто не было прямых налогов. Прямые налоги — это довольно позднее изобретение. Но часто, например, государство имело виноградники, а люди брали их в аренду на длительный срок. И вот нужно, например, заплатить там 30 сосудов, да? Вот так. Ну, есть такие вот амфоры аканфа, там такие у них круглые клейма и даже разделенные на части. Вот их иногда связывают с налогообложением. Но сейчас, в общем, гипотеза, которая мне кажется более верной, она говорит о том, что клеймо обозначало то, что государственный чиновник заказал эту амфору. Да, вот он заказал 30 амфор, их только слепили, он пошел с печатью и проштамповал. А те, которые не заказаны, керамист может продать кому угодно. Зачем заказывали амфоры? Дело в том, что вот эти вот арендаторы виноградников, они платили за них не деньгами, а вином, продукцией. И хотя греки прекрасно знали деньги, они одни из их изобретателей, но тем не менее это было удобнее. А вот продавало их уже государство. Они продавали их с аукционов. И это как раз значки, показывающие, это из государственного виноградника. Не то чтобы это знак качества, да? Просто можно было быть уверенным, что те амфоры, которые проштемпелеваны, попадут в нужные руки. Да? Никто себе их тихо не сможет получить. Ну а потом, конечно, они уже попадали в руки частных владельцев, когда их продавали где-нибудь там в Херсонесе или в Пантикопее или в Мирмекии. Но ученые, благодаря этим штампам, могут иногда выяснить с точностью где-то до 5-7 лет время производства амфоры. Это лучше, чем любыми физическими и химическими методами. Самый надежный способ. Ну, это как бы основа такого государственного регулирования винодельческой и алкогольной отрасли. Да-да-да. Конечно, вино для многих государств было чрезвычайно важным элементом их жизни. Я имею в виду, оно продавалось в огромных количествах, особенно для таких мест, где вино считалось очень хорошим, это хиосское, вот как раз родосское вино, например. Часто даже государство, вот магистраты, они могли указывать владельцу земли, что ему растить, если это его государство. Он, например, хочу вот здесь ячменем. Нет, дорогой,
высаживай виноградник. И все согласно потребностям общества, конечно. Да. И интересам государства. Государство вмешивалось в жизнь греков тоже. И ничего плохого в этом часто не было. Вот как раз момент распространения вина мы видим здесь. Это греческий корабль в разрезе, который везет амфоры. В крупный корабль мог везти до 4000 амфор за раз. Ну, время, скажем, там, 3-2 век до нашей эры, римское время, когда корабли были большими. Ну, до этого, конечно, везли по несколько сотен амфор. И видите, они укладывались вот так. Корабли были обычно однопалубные, и в трюм поэтому нужно было забить. Но тогда же не было, да, там, ящиков хороших, коробок. И сама форма амфоры с длинной ножкой позволяла их расположить в несколько рядов. Вот один ряд амфор, а на него вставлять второй. Ну, третий уже было вставить невозможно, потому что ножки начали попадать в горло нижнего ряда. Но, тем не менее, их там как-то крепили по-разному. Ну, есть разные восстановления. Вот, видите, и здесь авторы вот этого восстановления. Здесь, как показано, небольшой кораблик, но все равно такой корабль мог вместить, ну, скажем, 1,5 амфор. Это, в общем, хороший куш. И видите, здесь они уложены аккуратно между шпангоутов, сверху набиты доски. Вот это довольно простой способ. Да? Доски, между ними вставляются тоже эти ножки, чтобы не сильно они ходили во время шторма. Так амфоры могли не разбившись. Амфора вообще очень сильная штука. Если ее уронить, то не факт, что ты ее разобьешь. Но били, конечно, их очень много. Хотя до нашего времени дошли и целые амфоры. Амфоры затыкали, видимо, обычно чем-то органическим. То есть, ну, скажем, деревянную крышечку брали и могли ее примазать смолой, могли примазать глиной. Ну, глина засыхала, даже вот такая глина-сырец очень надежно закрывала горло амфор. Иногда делали уже дома амфорные пробки, вырезали кусочек амфорной стенки, ну, из разбитой амфоры, и прикрывали им надежно горлышко. Интересно, был такой момент в Фанагории. Нашли подвал, который сгорел в пожаре. А пожар для археологов всегда радость. Ну, не современный, да, а древний. И там оказалась очень интересная вещь. Там сгорели амфоры закупоренными. И оказалось, что их закупывали такой большой пробкой из сырцовой глины. И еще в нее втыкали листик винограда. И вот так вот сверху как бы его прижимали. То есть каждая амфора была прикрыта еще виноградным листом. Но это, конечно, какой-то фирменный стиль, который мы сейчас уже не знаем, но наверняка, получая такие амфоры, вот греки Северного Причерноморья, это ж вот из винодельни такого-то, да, вот смотрите, он всегда так листиком делает. Просто повезло, да, если бы не случился пожар, глина не обожглась бы, и мы не узнали вот этой такой интересной традиции. Она совершенно уникальная, чудом получилось так. Каждый греческий город имел собственный вид амфоры. Ну, или похожие. Даже, например, если в городе решали начать крупное винопроизводство и делать собственный вид амфоры, однажды был случай, когда Лисиппа, знаменитого скульптора, попросили сделать амфору из мрамора. И ее поставили на центральной площади, и все керамисты уже ориентировались на нее. Они могли быть толще, тоньше, с высокими горлышками. Ну, высокое горлышко, оно чем было полезно? Если амфора падала на бок, то выливалась только часть вина из горлышка. Да? Но обязательно, вы видите практически у всех амфор, это амфоры римского времени здесь показаны, длинный такой выступ снизу, да? Вот чтобы держать во время перевозки на корабле. Это было нужно в любом случае. В конце концов, как это ни странно, в византийское время амфоры становятся с круглым дном, потому что изменился способ их перевозки. Уже не нужно было их куда-то крепить. Да, логистика определяет очень многое. Да, у греков, у римлян это все было очень серьезно разработано, даже бывали иногда стандарты и такие общие государственные. Вот мы видим такую картину, которая порадовала бы любого подводного археолога, да и любого другого человека, не оставляет равнодушным. Это амфора на дне моря. Вот поскольку амфоры укладывались очень плотно, часто если, например, корабль утонул и лег на ровное дно, то амфоры так и останутся лежать. Дерево все будет разбито волнами, сгниет, а амфоры останутся лежать, вот я говорю, тысячи амфор иногда на месте. Конечно, ходит множество всяких легенд о том, как люди находят вино. Я помню, ехал в поезде, и мне тракторист сказал, да мы нашли амфору, открыли, а там такое желе, мы его порезали, поели, и все пьяными упали. Вот, это абсолютно сказка. Вот, что можно найти?
иногда остается винный камень. Ну, тереть его и пытаться растворить, это тоже рассказывают. Растворишь, вино будет прекрасно. Ничего не будет хорошего, да, будут просто плавающие куски этого винного камня. И иногда археологам везет на зацементированные амфоры, на них обмазывали такой постной обмазкой. И кажется, вот сейчас, сейчас мы найдем настоящее вино греческое. Да? Откупориваем, разливаем. Но, к сожалению, это невозможно. Дело в том, что крепленных вин не было. Ну, я уже не говорю о просто крепких спиртных, да, дистиллятах. И просто такое вино, ну, это тоже всем известно, да, что вино, оно меняется на протяжении всей своей жизни. Поэтому, когда археологам так ведет, они находят отличную амфору винного уксуса, да, тысячелетнего. Но это уже, конечно, не то. Другая история, да. Да, да, а на дне, где вот, может, могли бы сохранить такие амфоры, есть еще одна печальная история. С течением времени, как правило, у амфор в глине увеличиваются поры. И, конечно, если даже, ну, амфора пролежит, может быть, год под водой, она может сохранить внутри вино. Но за тысячелетия все вино постепенно превращается в морскую воду, да, к сожалению, для нас. Только скажите, на машину времени вся надежда. Александра, есть же еще затопленные части, да, около Фанагории, в Сенном, то, что находится уже под уровнем моря. И наверняка там тоже, возможно, какие-то не затонувшие корабли, да, и поиски амфор, которые до сих пор сейчас ведутся, а именно просто городское пространство или винодельня ушедшая. Да, теоретически это возможно. Часть Ольвии, большого греческого города, под водой. Херсонес нет. Фанагории, да, там очень плодотворные раскопки ведутся, Кепы, Патрей, вот как раз на Таманском полуострове это возможно. Но видите, тут все очень зависит от обстоятельств. Дело в том, что одно дело, если бы это случилось какое-нибудь ужасное землетрясение, и город резко опустился на дно. Это идеально для археологов, конечно, не для его жителей. И тогда есть такая возможность. Например, такое произошло на Акре, недавно вот уверенно локализованном городище к югу от Керчи. Там прямо вот стена, она идет прямо под водой, вы можете ее видеть. Но обычно, к сожалению, остается небольшой берег. Его подмывает водой, да? И он как вот резанный сыр подмыло берег, он упал. И то есть как бы, и все переворачивается. Вы можете там найти какие-то черепки, какие-то монеты, но даже стена превратится из твердой мощной стены просто в груду камней. К сожалению, надежды мало всегда. Но иногда археологам везет. Мы все надеемся на везение. Ну вот, хочется спросить, почему у греков такое значение имело вино? Вино существует во многих культурах, да, и спиртные напитки. Но отдельный винодельческий бог – это, конечно, редкость. Вот у греков такой был. Это знаменитая статуя слева вот на синем фоне, а справа ее восстановление с недостающими частями. Называется она «Гермес с младенцем Дионисом». Принадлежит, как считают, Проксителю, величайшему скульптору IV века. Найдена она в Олимпии. И дело в том, что Дионис был сыном Семелы, возлюбленной Зевса. А такая была ситуация, что, естественно, супруге Зевса Гере очень не нравилось, что у него есть возлюбленная. И она им делала всякие гадости. Про это можно отдельно 2 часа рассказывать, да, гадости Геры. И тут она поступила особенно жестоко. Она притворилась подушкой и сказала, что да какой у тебя там любовник Зевс? Он все врет. Ты ему скажи, чтобы он превратился в настоящее божество при тебе. Ну и там поклялся водами Стикса. Это железная клятва. Если бог клянется водами Стикса, все, вот трава не расти, он должен это сделать. Ну и Семела раскрутила Зевса на это, думая, что сейчас она его поймает на то, что он никакой не бог. Он предупреждал ее, но она настояла. Он превратился в настоящее божество с молниями, да, и она от ужаса умерла. Человеку нельзя смотреть на Бога в божественном виде, считали греки. Но перед этим родила ребенка. Понятно, что камер подращивания тогда не было, и Зевс поступил просто. Он разрезал себе бедро, запихнул туда ребенка, и он впоследствии родился из бедра Зевса. Да, только 2 богов так родились. Афина, важнейшая богиня, да, чрезвычайно почитаемая, и Дионис. И вот видите, здесь уже с маленьким Дионисом воспитали его мужчины. Вот Гермес, например. И он уже показывает Дионису виноград, а тот к нему тянется. Это, конечно, все мифы. А реальность состоит в том, что Дионис, конечно, бог, связанный с Востоком, да, с Малой Азией, вот с этими винодельческими районами, которые как бы пришли в Грецию, и греки видели в вине настоящий дар и почитали Диониса чрезвычайно. Дело в том, что вот почему же все-таки вино, да, чем оно было важно? Греки превратили питье вина в настоящий ужасно сложный ритуал. Конечно, здесь повлиял и Восток. Но что было для греков в этом ритуале важное? Да?
не напиться. Быстренько, да, там, ух, и все, и упасть. Нет. Они считали, что вино сближает людей и богов. То есть, как бы, человек, он выпив, становится немножко богом, да, он как бы, ну, от него уходит ненужное, да, вот всякие суета, волнение, и он как бы приподнимается, вот у нас наоборот, там, напился, да, вот, ну, конечно, да, вопрос в количестве, но небольшое количество вина, разумное, да, считалось греками, именно наоборот, возвышающим человека. И вот в греческом доме было специальное помещение, это иногда был дворик, иногда комната закрытая, как здесь изображено, называлось оно андрон. То есть это было только для мужчин. Ну вот, мужской дворик. В нем стояли ложи, на ложах греки лежали обычно подвое. Это было самое красивое место в доме, вот здесь видите, с мозаикой даже. И вечером нужно было одеться в парадную одежду, надеть венок. Если грек надел венок, все, он уже в гостях. Однажды одного политического деятеля, Клеона, его звали на народное собрание, звали, наконец, пускали к нему домой и привели его из дома. И он пришел уже в венке и сказал, что, слушайте, у меня гости, ну, я не могу. И был отпущен Богом. Да? То есть это было важно. Если он надел венок, все. Естественно, сначала изливали вино в честь богов, а потом все вот так ложились и не просто там, опять же, начинали судорожно пить, да? А главное, вели разговоры. Разговор был важнейшей частью, и вот так прекрасно проводили время. Считалось, что, конечно, это для мужчин, женщины слишком подвержены действию вина, они как бы ненадежны, но это, знаете, такая старая религиозная идея, да, что женщины настолько грешны, вот мужчины, они, конечно, просто кремни, вот, и женщинам нельзя позволять особый разгул. Женщины все-таки бывали на таких мероприятиях, но не почтенные матери семейства, не их дочери, конечно же. Вот что же это за женщина? Дело в том, что мужчины довольно быстро, когда они из моральных соображений замечают, что женщинам где-то не место, да, довольно быстро выясняется, что отдыхать сугробо в мужском кругу совершенно невозможно, да, просто скучно. И появляются профессионалки. У греков это были как гетеры. И тут нужно сказать о такой важной вещи, что основная функция гетеры, ну и как и гейши восточной, это как раз сопровождение мужчины во время празднества. Она должна его услаждать. Каким образом? Самым разным. Она могла играть на музыкальных инструментах, разговаривать, играть, просто остроумно беседовать. Вот. Ну, а иногда были более узкие специалисты, да, например, флейтистки или гимнастки, которые там танцовщицы, да, они приходили, ну вот, они неприличные, да, им можно участвовать в этих мероприятиях. Ну, естественно, конечно, греки иногда ломались, и даже самый великий деятель Афин, Перикл, неподкупный, специально отказавшийся от друзей, чтобы только быть честнейшим политиком, он влюбился, как считается, в Гетеру, Аспазию, и вот жил с ней, потому что оказывалось, что с ними очень интересно и здорово, но это вот часто такую шутку выкидывает такая идея, да, что это только мужчины, они по-настоящему моральные. Ну, понятно, что это предрассудок. Вот видите, здесь вокруг флейтистки мужчины, они как-то странно держат сосуды, да, вот так вертят ими на пальчиках. Дело в том, что порядок вот этих симпосиев, греческих собраний, вечерних пиров, входили и игры с вином. Да, сейчас говорят, не играй с едой. А вот у греков считалось, что вино, это такой божественный напиток, с ним можно и поиграть. И вот они как раз собрались играть в каттаб. Каттаб такая игра, вот да, видите, два разных грека, один молодой, безбородый, а другой солидный, бородатый, кстати, у него венок хорошо видно. Они пьют из одного сосуда, а другим играют. В чем состояла игра? Плескание вина на меткость. Ну, если хотите поиграть, рекомендую все-таки начинать с воды. Да? Вино – это уже для продвинутых пользователей. Вот. Как делали? Либо могли поставить большой сосуд, в него маленькие пускать и топить их на меткость. Могли просто ставить, ну, если народу было немного, ставили просто какой-нибудь плоский сосуд посередине стола и плескали в него, кто первый попадет. Игра могла быть и любовной, если, конечно, были гетеры. Она могла и там, вот, посвящаю тебе, там, эту чашу. Бум, промахнулась. Ну, извини, да. Сегодня у нас с тобой не сложится. Он сам Дионис против. Делали даже специальный игровую, что ли, устройство, такой высокий стержень бронзовый, и на нем маленькую чашечку. И в него нужно было попасть сверху вниз. Она так и называлась, каттаб. Да? То есть, как бы, с играми все было придумано очень хорошо.
А у вас в экспедициях ваши коллеги пробовали такие игры? Да, вы знаете, у нас есть такая старая традиция. Да, у археологов есть большой праздник. Это 15 августа, день археолога, когда все археологи собираются и празднуют его. И мы устраиваем так называемые мирмикийские агоны. Агон, ну, по-гречески, это соревнование и есть. И неоднократно делали вот такую игру в катап. Ну, все-таки вином мы, опять же, вино, может быть, в Крыму не самое дорогое, но все равно лучше его пить, чем им плескать. А мы тренировались вот на меткость, плескали воду. Это тоже не так просто, поверьте мне. Ну, и, естественно, победитель уже получал возможность приобщиться и к настоящему напитку. Вы пользовались киликами? Мы, как правило, пользовались просто более широкими плошками, но у меня есть даже специальные модели киликов, современные для всяких опытов, да, когда вот я заинтересовался вином, не просто пить, да, а ну, насколько это легко, как им вообще пользоваться. Вот килики с широкими сосудами, мы видим, их здесь держат в руке оба греков, ими не так просто обращаться. Это не стакан, уж точно, да, даже с бокалом нужно иметь определенную сноровку, да, чтобы пить из бокала, если ты этого раньше не делал. А килик — это очень сложная вещь. Греки очень хвастались тем, что они умели пить из киликов. Но вот. Мы впереди еще увидим разные модели сосудов и киликов. Вот как раз мы можем посмотреть на то, какие сосуды у греков использовались во время питья вина. Номенклатура сосудов очень высока. Действительно, ну, пожалуй, ни одного народа в древности мы не найдем таких разных сосудов. Кратер — это был сосуд, в котором вино смешивалось с водой. Из него черпали, уже разливая. Ну, не просто да, приносили амфору, да, вот эту вот простую, и из него ее наливали. Нет, ну как же. Амфора — это бочка, несерьезно. И поэтому вот этот широкий сосуд, кратер, туда наливали вино и воду, из него зачерпывали. Это самый центральный сосуд, он стоит посередине, да, между ложами, на столике или на полу, все его видят, он должен быть самым красивым. Ну, это вот сосуд самый универсальный, амфора. Если гостей было немного, то можно было налить вино и воду в амфору. Но только мы говорили об амфорах вот этих астрадонных, да, вот таких вот, из грубой глины, со штампами. Получилось так, что одно и то же название используют для двух разных сосудов, по сути своей, да, для транспортных сосудов, их так называют тарные амфоры, и вот таких вот амфор столовых. Они бывают разных форм, иногда с крышечками. Вот на правой амфоре изображен Ахилл и Аякс, играющие в кости. Да, тоже одна из игр, очень почитаемых греками. Но, правда, это не просто сюжет, а памятник, который стоял на Афинской горе, где вот они играли в кости, все могли посмотреть на великих героев. Амфоры очень распространены. Ими пользуются позже всего, и они не очень большие. А вот очень важный сосуд. У него было три ручки. Вот сверху в верхнем левом углу можно увидеть, что две боковые ручки и одна высокая средняя. Это сосуд, назывался гидрия, да, от слова вода, сосуд для воды. Гречанки носили гидрию на голове, причем с веревочкой, и вот так вот как бы несли ее, покачиваясь и веревочкой подправляя. А зачем была нужна вода на перу? Вино разбавляли. Это вообще старая загадка. Что только не предполагали. Первая идея – вино разбавляли, чтобы не напиться. Ну, любой, кто пил, знает, что напиться можно, ну, почти всем. Кефиром и квасом тяжело, а вот разбавляя, не разбавляя, да, вопрос в количестве. Все-таки откуда-то должна была появиться эта традиция. Тем более, что греки часто пили неразбавленное вино. Например, когда было холодно или в начале пира по кругу передавали чашу с неразбавленным вином. Они не видели в этом какого-то греха. Зачем же разбавляли? Ну, была гипотеза, потому что была плохая вода, да, колодцы, цистерны с водой, там она начинала цвести, да, всякие микроорганизмы, можно заразиться. Но, знаете, были разбавления 1:10. Я не знаю, какой микроорганизм, он только будет пьяные паразиты, да, но никак не убитые, вот. Или было предположение, ну, там, улучшает вкус и так далее. Я думаю, что причина вот в чем. Помните, я говорил, что вино давили из вяленого винограда, подвяленного, подрезанного. Оно получалось очень сладким и очень плотным. Ну, вот я пил как-то похожее вино в Греции, оно было даже непрозрачным. Оно было не крепким, но все равно впечатление было, что оно очень, ну, как бы не лезет в горло. И поэтому просто разводили. А потом уже появилась традиция. Если, конечно, люди реально хотели просто, ну, почувствовать вкус вина, но не напиваться, могли их 10 развести. Традиции разведения были разные. Например, было вино, которое разводили морской водой. Ого!
вот это вкус, наверное, был, да, горький. Ну, было и такое. Так что греки знали толк в разведении воды, как, сколько, и пользовались этим. А разводили в кратерах или в какой емкости? Да, да, то есть в кратере. И вино, и воду наливали? Да, наливали сколько нужно вина, потом сколько нужно воды. Могли и в амфоре, да, если не предполагалось, что называется, большая пьянка. Вот это интересный сосуд, такой нестандартный, да, какую-то большую странную рюмку напоминает. Дело в том, что на нем всегда картинка находится только в верхней части. Это псиктер, сосуд для охлаждения вина. Греки считали, что вино нужно охлаждать. Да? Они были очень продвинутые в этом смысле. Внутрь такого сосуда насыпался лед или снег. Да, в горах Греции и сейчас снег не редкость, и лед. Ну, тогда было еще и холоднее, как я говорил. И он ставился в кратер. Кратер широкий, и сверху торчал только верх. И вот видите, опять же, на левом сосуде изображены гоплиты, греческие воины, которые едут на дельфинах. Да? Они как будто выпрыгивают на них из воды. Естественно, это фантастика. Но тоже вино, как поверхность моря. А справа мы видим играющих сатиров. Видите, там один вот так вот, откинувшись назад, лег на землю, открыл рот, и ему льют туда из меха. Сейчас меха не сохраняются, но греки разливали в меха. Вон большущий мех, да, такой с завязанными ножками. И одновременно из кувшина. И он должен поймать, да, две струи ртом одновременно. Вот такая вот. В Испании, я слышал, тоже есть вот идея, когда протыкают мех, да, и нужно поймать том струю. Да, да. А тут сразу две. Ну, сатиры, спутники Диониса, они могли себе позволить больше. Да, надо такие игры предложить нашим народным специалистам, чтобы... Да, но только надо играть. Одеваться специально, чтобы потом не выжимать из одежды вино. А вот этот интересный сосуд, тоже породивший одну легенду, Айнахоя, кувшин, видите, у которого такой три, на три части делится, как три слива на горлышке. Часто считали, что это для того, чтобы его можно потянуть и разливать на троих, правда, как сказать, мечта русского человека. Вот. Сразу все подают со всех сторон свои килики, и ты разливаешь из Айнахои. Но любой, кто пытался разливать через руку, даже не считая это плохой приметой, знает, что это очень тяжело делать. Казалось бы, ну что такое, это и раздеваем там и сейчас, не из инохои, да, глиняной, а из бутылки с длинным горлышком. Это удобнее намного, и все равно обязательно прольешь. Вот. Поэтому, скорее всего, конечно, это просто так выделяли носик. То есть, когда керамист сделал сосуд, он сдавливал, ну, как бы, присоединял ручку и одновременно придавливал. Получилось, как бы, что круглое горлышко, оно, как бы, на три части расходилось. Так что это просто такой вот оригинальный кувшин. Кувшинов тоже вот там вот мы видели, сатира наливают из кувшина. Такие кувшинчики тоже использовались иногда, если кто-то там далеко лежит на ложе, да, чем ему наливать от кратера и тащить. Проще зачерпнуть кувшином, ну, налить кувшин и принести ему кувшинчик. Изображение кувшинов довольно чисты. То есть вот это не подтвердилось про Айнахою, чтобы на три килика разливать? Нет, да? нет, на троих не разлить, к сожалению. Нет, можно, но просто каждому спокойно из основного носика, так удобнее. А вот, чтобы вычерпать из кратера вино, использовали вот такой черпачок. Видите, он выглядит как чашка с высокой, киаф назывался, да, или киатос по-гречески, с высокой ручкой. Зачем высокая ручка? Чтобы не мочить руки в вине. Да? То есть, как бы опустил его вниз, а ручка остается торчать над поверхностью вина. Вынул и разливаешься. Ну, вот такая забавная эстетическая вещь. А, скажем, киафы для глубоких сосудов выглядят просто как современные половники длинные. Да, если вы видите половник на выставке, это не половник, это именно черпак для вина. Вот здесь мы видим килик, любимый в 6-5 веке греческий сосуд для вина. Вот он очень неудобный, поверьте мне, я это проверял. Ну, конечно, если ежедневно пить, наверное, натренируешься. Но почему же греки разливали вино широко? Понимаете, греки очень любили вино, они его ценили, различали его запахи, вкусы, да, видите, по-разному его разбавляли, и это разбавление тоже ценили. Но они не могли сделать то, что сейчас доступно каждому. Посмотреть на его цвет. Потому что, ну, стекло вот такое прозрачное для бокалов появилось только в римское время. До этого стекло было очень дорогим, как правило, непрозрачным. И даже если прозрачным, то плохо прозрачным, там цвет сильно изменится, когда через него смотришь. Что же получалось? Тогда вино можно было разлить шире. Смотреть на него. Смотреть через него на рисунок на дне килика, например. Смотрите, как по нему идут волны. И вот Гомер пишет, что корабли плыли по волнам виноцветного моря. И мы удивимся, да, разве море похоже на вино? Для нас нет. А греки, ну, знаете, это как
мы считаем, что море синее, а греки считали, что море было коричневатое, да, оно же такое же и есть. И поэтому грек, пьющий скилика, он как бы имел свое маленькое винное море. Греческий пир – это все-таки, еще раз, да, очень эстетическое занятие. Вопрос не в количестве выпита, а в качестве и проведенном времени. И вот килик давал возможность тоже сделать это эстетически. На рубеже 5-4 веков исчезают аристократические кружки, которые тоже собирались для этих же целей, и сразу же начинают исчезать килики. Да, люди попроще все-таки уже не так наслаждались широкими киликами. А до этого им наслаждались все. Самые маленькие, они где-то 8, ну, обычно где-то 10-11 сантиметров. Вот 11 сантиметров, и вы за ручку любой управится. Но большая часть киликов где-то около 20 сантиметров. Это уже довольно много. Но есть гиганты, да, 42-43 сантиметра. Вот, посмотрите, да, здесь. Таких, скорее всего, пили в начале пиршества, когда его передавали по кругу, вот это неразбавленное вино. Их очень мало. Но и с 20-25 сантиметровым нужно было справляться. Для греков это был шик. Знаете, как для хорошо воспитанного человека легко управляться там с ножом, вилкой, специфическими формами вилок. Вот так они легко управлялись с киликами и презирали тех, кто это не умеет. А вот этот забавный сосуд. Сначала он назывался катила. Это, видите, сосуд глубокий. Катила – это вообще мера объема по-гречески. Но потом его переименовали в скифос. Дело в том, что скифские рабы, которые, кстати, служили полицейскими в Греции, да, там считалось, что благородный человек за порядком служить, то есть свободный человек не может служить за порядком, это как бы недостойно. И за порядком смотрели рабы. Вот такой интересный момент. И что скифские рабы, они предпочитают пить не из киликов, как эстеты, да, а из вот этих катил, потому что им нужно сразу больше бульк и не разбавлять. На разбавленное вино называлось пить как скиф. С чем это было связано? Ну что, скифы были алкоголиками просто? Нет, это такие же индоевропейцы, как и мы, говорившие, да, на таких же языках. Причина в другом. Скифы, они тоже ценили состояние измененного сознания. Но им нужно, оно было такое крепкое. Вот они считают, что в этом состоянии они точно около богов. Грекам нужно было бы слегка, да, чуть-чуть выпить, а скифам сразу вот много. Поэтому они и выбрали скифосы. Но греки тоже пили из скифосов. И часто можно увидеть на пиру, когда человек держит килик и играет им в каттаб. А вдруг греки держат скифос. Форма удобная, да? Вот. Поэтому греки не были такие педанты и регалисты, да, только все из киликов. Но название от скифов прилепилось к нему. Скифов уже не было, а сосуды все назывались скифосами. Да, забавно. Получается, то, что находили в Мирмеке, в Крыму, это не всегда произведенная на местности керамика, а привезенная из Греции часто. Как правило, расписные сосуды привезенные. Да. Все-таки вот производство Афин, большая часть этих сосудов афинские, конца 4 века до нашей эры. Милетские, там, 6-й, 5-й. Может быть. Сначала, да, сначала они могут быть и малоазийские, да, ну, то есть территории современной Турции, и там вот из Милета, крупного города, но потом, со второй половины 6 века до, наверное, середины 4-го, все подминают Афины. Они делали в таком количестве, что эти сосуды, я говорю, есть везде, и в Африке, и в Испании, и в Галлии, и в Греции, и в Северном Причерноморье. И они настолько делали хорошо, что местным просто невозможно было с этим соревноваться. Угу. Они поначалу... потом увидим, как делали местные то, что вы нашли у себя на раскопках. Да-да-да, они все пытались, но потом не получилось. А вот этот сосуд тоже высокий, с высокими ручками, удобными, называется конфар. Они были такими удобными, что просуществовали фактически до римского времени, даже в римское время есть похожие сосуды. Эти сосуды были не просто удобными, они были связаны с другим богом, с Гераклом. Вот мы привыкли, что Геракл — это дубина и львиная шкура, да, везде. Ну, он там обнаженный на львиной шкуре и с дубиной. А для греков таким же символом Геракла и для римлян, кстати, был конфар. И если увидеть всякие там мозаики римские, картины, да иногда и греческие изображения на сосудах, он всегда только с этим конфаром сидит. В руках его вы не увидите ни скифос, ни килик. Так что такие высокие бокалы с ручками, они относятся еще к Гераклу. Ну и в храмах его тоже часто их приносили. Это да, тоже для вина, да? Это все сосуды? Да, да, конечно. Это винный сосуд, исключительно. Исключительно винный. А вот это забавный сосудик. Дело в том, что в Эрмитаже хранятся два таких, но они сохранились не очень хорошо. И я просто хочу показать, насколько греки были эстетами в своем пиру. Вот справа разрез этого сосуда. Я когда показываю студентам, говорю, как из него пить. Они смотрят и не понимают, потому что нету сверху отверстия. Отверстие есть в ручке. Ручка полая, а снизу мембрана, да, дырочки, сито. Его опускали, держа за ручку, в воду, затыкали дырочку, подымали. И
могли ее использовать. Это лейка. Да. Зачем же лейка на перу? Чтобы поливать закуску. Есть предположение. Как соусница. Да, что его использовали, чтобы свежие были продукты, им вот такой вот лейкой поливали. Это, конечно, большая эстетическая редкость. Их известно довольно немного, этих сосудов, но в Северном Причерноморье их найдено 2, что показывает, что греки этих мест нисколько не отличались от греков самой Греции. Да, а название тоже... у этой штуки какое? Название? Называется она сифон или клипсида. Ну, часто клипсида часы водяные называют, ну, потому что тоже из них выливается, да, вниз вода. Ну и вот мы переходим к вашей античной коллекции, точнее античной колонизации Северного Причерноморья. Так называется экспозиция, которая была открыта 26 декабря, буквально вот полгода назад. И эта экспозиция открыта в зале, который раньше... Что здесь было? Я расскажу в двух словах об истории этого зала. Ну, когда-то при Николае Павловиче, да, который, собственно, при котором начали строить все это, здесь была часть библиотеки. Здесь и сейчас дальнюю часть этой галереи занимает библиотека античного отдела. Но потом, в советское время, здесь открыли в 60-е годы, или в начале 70-х, открыли галерею малых городов Боспора, то есть место, где были... Вот как раз, кстати, Мермекий здесь был выставлен. Но через некоторое время сюда переселили сотрудников отдела. И вот я поступил в 93-м году на работу, недолго посидел там в другом зале, а потом лет 15 сидел вот прям то место, где я сидел, здесь, можно сказать, прямо вот здесь видно, я его узнаю. Но, конечно, сидеть в таких залах — это эстетически очень красиво, но они не для этого созданы. Да? Музей должен быть для посетителей. И в конце концов нас переселили в другие помещения, удобные, предназначенные для работы научных сотрудников. А здесь мы сделали экспозицию в тяжелой борьбе. Археологи все-таки отстояли право сделать здесь экспозицию о Северном Причерноморье. Были другие предложения. Искусствоведы пытались ее отбить для других своих проектов. И идея как раз вот, я говорил, что у меня есть друг, да, который со мной познакомился в 87-м году. Он как раз был куратором этого проекта. И он как раз предложил изобразить здесь разные стороны жизни греков, используя материалы Северного Причерноморья. Как они жили, как они развлекались, как они, прошу прощения, умирали, воевали. И экспозиция во многом уникальная для нашей страны, потому что, во-первых, немногие музеи могут представить все эти стороны жизни своими коллекциями. И, естественно, культура вина здесь тоже представлена. Без Мне нее, очень понравилось, что такая экспозиция носит очень интерактивный характер. Что-то дорисовано, какие-то элементы, на них размещены раскопанные артефакты. И очень чувствуется, с большим креативом подошли к созданию этого зала, этой экспозиции. Спасибо вашим коллегам и вам. Дело в том, что вообще-то, конечно, археология и должна так показываться. Но в Эрмитаже это почему-то обычно не принято считать. Ну как же, все люди должны прийти и млеть. Но одно дело, когда вы видите Святую Марию, да, с младенцем, это умственно умопостигаемая картина. А другое, когда вы видите кусок, там, например, грузила от рыболовной сети. Да? Вы, если не будет рядом сети, вот как здесь, ни за что не узнаете этого. Ну вот здесь мы видим как раз в начале экспозиции показаны корабли. Вот там маленький справа кусочек черепка, на котором кто-то из греков нацарапал торговый корабль. И вот эти корабли и везли, да, амфоры с вином, маслом, греческую культуру, греческие вазы во все стороны мира, проплывали над этими рыбами. Вот мы видим расписное блюдо, это так называемое рыбное блюдо, оно названо не потому, что из нее ели рыбу, да, а потому что там рыбы изображены, видите, рыба, осьминог. Mm-hmm. Вот, такие блюда тоже использовались на пирах, и, скорее всего, в середине у них был какой-то соус или, может быть, соль, да, чтобы сразу удобно встать. Очень удобно, салон. Да, кстати, идея для современных рестораторов, если кто-то еще так не использует. Очень говорят, что что-то такое есть, вот когда, знаете, ну, что-то нужно макать в соус, в середине соуса. Ну, собственно, греки так и придумали. Кстати, это их ноу-хау, да, вот рыбное блюдо. Круто. И они очень были распространены. И вот над этими рыбами плыли греческие корабли и везли и традиции, и греческое вино в Северное Причерноморье. Вот видите, как раз здесь карта Черного моря, и все крупные центры, греческие полисы, царства представлены монетами. Вот, например, Гераклея. Это огромный винодельческий центр. Просто масса амфор находится. Синопа, о которой я говорил, да, тоже крупнейший центр. Например, Амис рядом с ним тоже выпускал свое вино. Колхида.
территория Колхов, да, как считается, предков грузин, но там тоже были греческие колонии тоже, которых было вино. Ну и мы видим здесь и Херсонес, вот Ольвию, крупнейшие центры, Фанагорию, Пантикопей, везде и греки, и их винодельческие хозяйства, естественно, это связанные вещи, да. Грек, если вино возможно делать, то он его делает. Ну вот Северное Причерноморье, это откуда? От Борисфена или от Истрии, да, считается? Да, ну это небольшая научная проблема, потому что раньше все решалось просто, что в Советском Союзе, то и Северное Причерноморье до Кавказа. Поскольку граница была по Дунаю, то от Дуная, да, от Истра до, ну скажем, Новороссийск был уже почти не Северным Причерноморьем, почти уже Восточным. Ну, там просто долина широкая выходит к Новороссийску, поэтому его все-таки так осторожненько считали им. Но просто не так давно предположили, что еще в Северном Причерноморье можно включать территорию к северу от Истрии, потому что там тоже была степь, и туда тоже выходили кочевники. Северное Причерноморье — это там, где море встречается со степью. Да. Вот. Ну вот, как раз спрашивали про театр. В Северном Причерноморье сейчас физически найдено два греческих театра. И третий, как бы, он известен по письменным источникам, но не найден. В Ольвии не найден. В Херсонесе найден, вот это как раз театр Херсонеса. Здесь план изображен и маски, в которых выступали актеры. Да? Напомню, что актеры были только мужчины. И их количество на сцене могло быть не больше трех. Но зато снизу в оркестре, вот этой круглой площадке, пел хор. И корифей хора, ну, как бы, руководитель его, мог даже переговариваться с актерами. У них мог быть диалог. Такой забавный момент. Но актеры, вот три человека, даже если выходил четвертый, сговорили за него. Он мог только молчать. Ну вот. А второй театр найден как раз в экспедиции Государственного Эрмитажа на городище Нимфей. Он сейчас раскапывается. Это отличный совершенно памятник, очень интересный. Но экспедиции у нас небольшие, а театр огромный. Да? Вот его уже лет, наверное, 8 копают. Так, нет, не 8, больше 10, но когда-нибудь очистят и полностью. Действительно, культ Диониса предполагал представление. Сначала просто были веселые празднества, а потом, ну, такие делали перформансы небольшие. А потом решили, что надо делать их специально. И специальные люди начали писать пьесы. Для этого стали строить специальные здания. Сначала просто, ну, как бы холм подрезали, там рассаживались люди, ну, потом ставили палаточку, чтобы не актеры переодевались, потом палаточка превратилась в стену, да, площадка превратилась в оркестр, а вот этот подрезанный холм превратился в зрительские ряды. Действительно, можно сказать, что современный театр весь, а не только театр, но и кино, и все остальное, да, что связано с представлениями, получился именно из культуры вина. В этом нет никаких сомнений. Ну вот мы к гастрономии постепенно переходим, и дальше к вину, к амфорам перейдем. Да, вы видите, здесь у нас такой раздел греческой кухни. Ну, часто очаг был очень большим в доме, и сначала сосуды ставили, видите, вот на такие странные как бы подставочки, вот они слева видны, ласаны их назывались, когда это их ходили археологи, не могли понять, что это такое, чего только не напридумывали. Вплоть до культовых рогов, там, символы мужского и женского начала, там, сейчас читаешь, просто ухахатываешься. Но в итоге разобрались, что это просто подставки, но они не очень удобны, ну, сами понимаете, если они разъедутся вдруг, если кастрюля будет слишком тяжелой. Поэтому стали использовать небольшие жаровни, как сбоку. Кстати, большие сосуды использовали, как правило, в храмах. После жертвоприношения обычно был пир. А вот на первом плане справа лежит такая странная штука с треугольными вырезами. Это гриль. На нее вот на зубчики клали палочки, на них там можно было мясо или рыбу нанизать. А рыбу можно положить и целиком. Это вообще гриль, сделанный в форме рыбы, там даже хвостик есть. Mm-hmm. Вот это, вы видите, самый лучший гриль Северного Причерноморья. Да? Вот он один такой сохранился, есть только обломки от остальных. И можно себе представить греческую кухню. Ну, еда едой, ну, а вино, конечно, вином. Вот наша часть экспозиции, рассказывающая как раз о симпосиях, о культуре вина. Видите, посредине кратер, под ним килек, слева айнахоэ, ну, кувшин, и вот как раз на нем висит серебряный черпачок подвешенный, а рядом стоит конфа, помните, символ, удобный глубокий сосуд и одновременно символ Геракла. А справа уже сосуды римского времени. В это время входят в моду вот такие узкогорлые кувшины, из них удобно наливать, конечно. И перед ними стоит стакан, так и написано на экспозиции. Стакан. Да? Нам кажется, что пить из стаканов что-то современное. Нет, римляне тоже используют стаканы. Кстати, серебряные у них стаканы есть, и кружки есть, медиолусы такие высокие. Римские стаканы выдуваются в форму, на них есть какой-то рельеф или нарезанный рельеф. И римляне как раз научились делать отличное прозрачное стекло. И вот, конечно же, в римское время
и жители Северного Причерноморья, и империи могли насладиться вином через прозрачное стекло. Это было что-то новое. Я думаю, поначалу людей страшно удивляла возможность посмотреть на цвет вина в бокале. Потрясающий прогресс. Это можно сказать про родитель наших стеклянных стаканов. Да, это я бы сказал просто прорыв. Прорыв в эстетике виноделия, винопотребления, извините. Вот. А вот это как раз очень ранние сосуды. Это сосуды с экспозицией, когда только появились греческие колонии. Конец 7-го, первая половина 6 века. И здесь, вот, например, слева, снизу, очень оригинальный кубок, который делали на острове Хиос. Изнутри он украшен цветочками. Да? Редко расписывали сосуды внутри, а вот так вот по краю. А хиосцы любили. А справа мы видим анахорию эолийскую. Эолийцы – это такое греческое племя, жившее, в частности, на острове Лесбос. Сейчас, так сказать, когда говоришь о острове Лесбос, все начинают дико хихикать, а это очень мощный производитель вина. Огромное количество его в шестом, начале пятого веков попадало в Северное Причерноморье, и вот с ними иногда приходили вот такие черные, немного такие чопорные сосуды, но их использовали. Сверху, кстати, осколок Динса тоже над ним находится. Здесь есть сосуды из Сквозамен, города недалеко от современного Измира, и но все это продолжалось где-то до середины VI века, а потом всю расписную сосуду вытесняют Афины. Они так прекрасно все делали, что все пользовались афинской посудой. А вот здесь забавная история. Дело в том, что в начале IV века Афины перестают делать краснофигурные сосуды. А люди привыкли к ним, и в провинции мода еще не изменилась. И вот слева это так называемая акварельная пелика, их расписывали акварельными красками, водорастворимыми, и там красные фигурки, там треножник изображен, такие крылатые божества, но краска это быстро смывалась, да, сосуд скособоченный. Ну что же, все равно это не от грубости, наоборот, от желания сохранить прежнюю эстетику. Греки часто царапали на керамике, а вот здесь написано «Диос». И там написано «Диос Сотерос», «Бог-спаситель». Но Диос — это не просто бог, это, как правило, Зевс. Первый божество, которого благодарили, был всегда Зевс. Почему не Дионис? Ну, потому что не было бы Зевса, не было бы и Диониса. Да? Это как бы связаны сначала папе, сначала за родителей, а потом уже и за Диониса. Вот здесь мы видим два очень ранних сосуда. Вот я сам являюсь хранителем правого из них, с изображениями этих козла там и быка. Этот сосуд попал в Причерноморье еще до того, как были основаны греческие колонии. Поразительно. Он найден в кургане варварском. Он, кстати, очень хорошей работы. Лучший сосуд такого вида. Вот даже к нам иногда приезжают иностранцы только изучить этот конкретный сосуд, потому что таких нет нигде. Повезло. Он, скорее всего, был сделан, ну, тоже где-то в... может быть, в Милете, может быть, на Самосе, на этих греческих островах. И видите, уже тогда еще греческие торговцы сразу стали приучать местных жителей. Еще не было колоний, но они уже торговали вином и сосудами для его питья. А слева сосуд, найденный на острове Березань, это одна из самых ранних греческих колоний в Северном Причерноморье. И это под Николаевым остров находится, да, в Николаевской области. И здесь изображены камасты. Это два грека, которые участвуют в комосе, веселой такой пьянке в честь Диониса. И видите, у них чаша в руках, кувшин. В общем, они пляшут, развлекаются, и им можно, да, потому что во время такого праздника было можно делать, ну, почти все. Только никого не убивать, конечно. И вот мы видим, как отличаются те, которые вот слева на данном слайде местные, да, местного изготовления сосуд, и те, которые были привезены с материка, что ли, сказать, да. Ну да, так как говорят, материковой Греции, ну, хочется сказать, из Эгеиды, да, из Эгейского, да, из Эгейского, да, моря. Насколько отличается подход? Ну, между ними, конечно, еще и несколько сот лет, нужно это учесть. Да, но, тем не менее, конечно, местные сосуды намного проще расписаны, намного хуже обожжены. Все-таки расписная керамика лучше делалась в Эгейском регионе или на юге Италии. Ну вот, здесь мы видим тоже очень раннюю эолийскую айнахорию, о которых мы говорили. А справа, видите, тоже написан надпись на сосуде, на таком, это сосуд вырос из конфара, да, такой кубок с высокими ручками, и на нем написано «Эофронос Эйми», да, там, кому он принадлежит,
этот сосуд, а сверху там калос. Калос — это значит прекрасен, да? Вот тебе кто-то понравился, и ты написал. Ну, иногда, например, могли нравиться юные мальчики, которые управляли на Перу. У греков дело в том, что считалось, что это совершенно нормально, да, прекрасному мальчику что-то сказать. А иногда, наоборот, какая-нибудь Гетера могла написать чуть юноше, который ей понравился, вот так вот выразить свое нежное отношение надписью на сосуде. И такие надписи оставались на века, да, потому что процарапанные по черному лаку такие буквы легко читаются и находятся сейчас. Называется граффити. Да? Сейчас граффити это что-то рисуют, а вот археологи называют граффити как что-то процарапано. Вот это меня поразила витрина. Это игрушки детские, и здесь Айнахоя тоже среди детских игрушек, как детей, видимо, приучали с ранних лет уже к местным народным традициям, потребительским традициям, к виноделию. Да, конечно. Ну и греки не считали, конечно, как сейчас, что вино детям категорически запрещено пить. Все понимают, что вопрос количества необходимости. Ну, вино считалось целебным, в случае болезни его рекомендовалось пить. Ну и, конечно, греческие дети играли с тем, что было. Маленькие сосудики часто делались даже в дар божеству, но это их купил, и ребенок с ними играет. И он, конечно, узнавал всю номенклатуру сосудов. Я нисколько не удивлюсь, что дети ставили их как на перу, ну, наливая туда, наверное, скорее всего, воду, да, и играя с ними, как будто проводя настоящий пир. Когда они взрослели, они уже все это хорошо узнавали. Часто в руках у детей изображают, например, виноград. Вот здесь на фигурке справа, наверху, видна вот такая гроздь, да, видите, точечки. Потому что детям при всех условиях тоже могли дать виноград. Хочется сладкого — виноград, да, надо попить виноград. Вот я когда-то в 90-х годах, будучи замначальником экспедиции, работал на Тамане много лет около виноградника. Я с тех пор ем только очень особые виды винограда, потому что сладкое – виноград, варенье – из винограда, компот – из винограда, хочешь попить – виноград. И какого как бы разнообразия. Да-да-да. Виноград тихо не потребляю, но на вине это не сказалось. Так что жизнь греческого ребенка вполне была постоянно связана с виноградом, он узнавал всю эту культуру, естественно, да, там не то, что вот там 18 лет – и теперь тебе все можно, да? Все это происходило постепенно, как да, во многих культура. Культурах архаических. Ну вот здесь мы видим тоже важную часть нашей экспедиции. Мы очень хотели ее сделать, вот несмотря на недостаток средств, времени и сопротивление дизайнеров, все-таки удалось это провести, чтобы показать, как перевозились амфоры. Здесь, кстати, все амфоры из Гераклеи, вот этого города на юге Черного моря. И все амфоры целые, они так и были найдены. Я говорил, что амфоры – это крепкая штука. Все они клейменные. То есть на всех них есть штампы. И вот мы видим сзади изображение корабля и то, как амфоры были поставлены, ну, конечно, в несколько условном виде. Мы не можем их составить одно в другое, они будут тереться, да, и состояние будет портиться. Но так посетителю понятно, да, как все это выглядело. И действительно, это вот именно какая-то амфора для вина стали одним из центров нашей новой экспозиции, на которую всегда обращают внимание те, кто ее посещают. Очень, очень такая центральная часть, я бы сказала. И она символизирует не только с точки зрения виноделия, да, развития винной культуры, но и что вино было очень важным торговым элементом, да, важным элементом экономики этих поселений. Да-да, конечно, это так, да. Здесь все как бы сконцентрировано, она все вместе развивалась. Я хотела здесь еще представить компанию, которая нас сегодня поддержала призом. Это компания «Фанагория», и вы видите на фотографии даже изображение раскопок «Фанагории» в поселке Синой, это находится на Кубани, и по ту сторону Керченского пролива, да, буквально вот тот берег Керченского пролива. И здесь и некрополь, и городище, и поселение, и дома, да, раскопаны. Вот такой тоже символ амфора, символ винодельческих традиций этого региона. А вам приходилось, да, наверное, на фанагорийских тоже раскопах бывать? Ну, бывать я, конечно, там бывал. Дело в том, что разные учреждения копают в разных местах. И Фанагория — это давнее место раскопок московских археологов. Там руководит Владимир Кузнецов, один из крупнейших археологов страны. И, естественно, мы знакомы, и я не раз заезжал к нему на раскопки, и смотрел раскопки, и материалами работал. Я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание, вот у меня тоже, естественно, есть вот это самое вино. Что автохтон, да, это, собственно, греческое слово как раз. И так звали грека самого древнего, который жил в Греции. Да? Сейчас говорят, автохтоны — это те, кто самые древние.
И вот приятно, я всегда радуюсь, когда вижу что-нибудь греческое на вине, какое-нибудь название. Вот это приятно, что фильм «Фанагория» тоже использовала это прекрасное слово для названия. Приятно, слова. Да. Я хотела сказать, что эта бутылка изображена сейчас на нашем слайде, «Автохтон Сапирави», розовое новое вино, которое выпущено буквально в апреле. Будет призом автору лучшего вопроса. Я сейчас прочитаю несколько вопросов. Итак, о разведении винограда свидетельствуют некоторые города Боспора, избравшие в качестве эмблемы виноградную лозу. Такая эмблема имеется на монетах города Фанагории, 3 век до нашей эры. Вопрос. Что бы сейчас вы изобразили на монетке, которую бы выпустили в честь 2500-летия Боспорского царства? У Боспорского царства есть такая фирменная монета, которая исторически стала известной. Это изображение грифона, который держит колос, и иногда еще там бывает изображено то, что уже сейчас не так хорошо, к сожалению, в Керченском проливе, это осетр снизу, да, когда-то греков привлекала сюда и вот эта редкая рыба, а сейчас она еще намного более редкая, чем в греческое время. А где она, в Азове водилась? Она водилась в Азове, а она выходила в Черное море. Дело в том, что тогда Кубань изливалась основным гелом через Кизилташ-Кереман, то есть вот через Таманский полуостров не на север к Темрюку, а на юг. И поэтому Керченский пролив был намного более пресным, и Севрюга, и осетр, они были в проливе. Мы находим множество костей, огромные крышки жаберные этих животных, карповые тоже водились вовсю. Сейчас ничего этого нет, но надо сказать, что это, конечно, уже даже не из-за реки, а из-за всяческих станций и, конечно, очень хищнического лова, да, потому что еще в послевоенное время крупные осетры встречались вовсю в Азове, а сейчас их уже нет практически. Ну, даст бог, возродят. То есть это был грифон с колосом и осетр, да? Да, вот теперь осетра можно было бы вполне заменить на виноградную гроздь в лапе, потому что, конечно, осетра пойди встреть, а вот виноград, слава тебе, Господи, существует. Когда-то наша была сотрудница, которая работала еще с послевоенных лет, и она всегда говорила, что Тамань ей запомнилась девизом «Превратим Тамань в советскую шампань». Такой девиз висел там. Ну, в шампань, может быть, Тамань не превратить, но зато, конечно, вот даже за то время, что я работаю на Боспоре, конечно, вина Таманского полуострова, в том числе вот Фанагория, они, конечно, сильно продвинулись. Когда вот я впервые с ним познакомился, они не производили такого интересного впечатления, как сейчас. Это я не вру, чтобы, как сказать, заинтересовать этим. Просто мне, я знаю, о чем я говорю. Да? Я в этом регионе вот уже десятки лет. На самом деле, Тамань, конечно, не шампань, но она должна быть Таманью в собственном индивидуальном проявлении. И сейчас очень много удается, да, нашим виноделам в этих регионах. Следующий вопрос про Диониса. Известно, что первые представления были посвящены богу Дионису, то есть можно сказать, что театр начался с вина. Известно ли, что это были за представления, то есть на какую тему, да, или о чем были эти представления? Изначально, скорее всего, эти представления, пародировали, но скорее правильно сказать, подражали свите Диониса. Свита Диониса известна, да, это сатиры. Вот такие с хвостиками, но не козвоногие они, как их иногда изображают. Они просто ушастые и с хвостиками божества. Селен обязательно на такой толстый лысый на осле. И Минады, да, женщин таких в легких одеждах, с бубнами. И сначала просто вот показывали это, а потом стали разыгрывать разные сцены, связанные с Дионисом. А потом уже и все остальные. Да, то есть вот так вот постепенно все это развивалось. Далее вопрос. Самое важное открытие за последнее время для вас и для вашей экспедиции, пожалуйста. Какое это было открытие? Мы много чего интересного наоткрывали, но у нас есть одна находка абсолютно выдающаяся. Она была сделана в далеком 2003 году, я еще был молодым археологом. Вот мы нашли клад электровых монет 4 века до нашей эры, 99, ну, условно, золотых монет. Это до сих пор как бы самый крупный клад таких монет Северного Причерноморья. 16-граммовые такие тяжелые монетки. Mm-hmm. Вот. И это первый клад этих монет, собственно, найденный археологами. Все остальные находили какие-то случайные находчики. А за последние годы, вот буквально в позапрошлом году, мы нашли за один год
крупную статую, ну, чуть меньше человеческого роста, где-то 10-15 метров размером мраморную, один небольшой мраморный торс и кусок рельефа. Ну, находка каждой статуи — это большой успех, а у нас фактически три достаточно крупных фрагмента были за один год. Это было совершенно неожиданно, потому что городок-то наш очень маленький, и храм там до сих пор не найден. Вот. А статую мы нашли. Эта находка прогремела, она вошла в десятку лучших находок страны за, соответственно, 18-й год. Вот. А для себя мы вот несколько лет назад нашли, например, очень ранний некрополь. Там не найдено ничего, ни золотых монет, ни статуи, ни безумных сосудов. Но зато мы открыли принципиально новую страницу. Вот некрополь 6 века никто не открывал нашего города. И это все сразу поменяло многие представления. Следующий вопрос. Какая археологическая находка, какую вы знаете, которую не удалось разгадать до сих пор? Что это такое? Есть такие случаи? Ну, случаев таких пруди, знаете, иногда ты находишь просто какой-нибудь кусок, и ты вообще не понимаешь, что это такое, да, и только через некоторое время вдруг ты, вот, но если говорить о таких вот и всем известных находках, да, то далеко-то ходить не нужно. Это, например, фесский диск, знаменитый диск эпохи бронзы, найденный в Фесте, с двух сторон покрытый по спирали знаками. Текст не расшифрован, и сама форма уникально. Да, понятно, что это никакие не атланты, не инопланетяне, не неизвестная цивилизация, но действительно эта вещь до сих пор не понята и вызывающая множество интересных гипотез. Это вещь, принадлежащая минойской цивилизации, да, то есть цивилизации древнего Крита. Это стопроцентно. Да? А вот почему она одна? Да, почему их там, ну, не 10 хотя бы? Ну, знаете, такое бывает, что а потом найдут яму, и там их будет 50. Да. И тогда все быстро расшифруется. Но пока эта яма не найдена, ничего не может быть сделано. Вот иногда такое бывает, что не могут разгадать назначение каких-то предметов. А потом разгадывают, ну, вот это так вот просто на поверхности лежащий пример. Следующий вопрос, а про вино опять. Проводили ли какие-то реконструкции производства вина по античным канонам? Ну, может быть, какие-то устраивали шоу или в научных целях? Как-то реконструировали сам процесс? Да, да, такое бывало. Собственно, трудностей больших нет, потому что часто во многих современных районах производство вина не слишком сильно изменилось в своих основных позициях. А, например, вот в Помпеях там существует такой Food and Agriculture Project, где они выращивают прямо в Помпеях виноград и на помпейских же винодельнях. Ну, правда, дерево, конечно, не сохранилось, его там жмут и пытаются сделать все так же. Это не редкость попытки полностью все повторить. Другое дело, что виноград изменился. Виноград да, уже да, не да. тот. Да, поэтому вот, ну, получить такое же вино не получится, как вы не стараетесь. Ну и климат, и виноград, да, исходные данные. А сама технология, она не так сложна, чтобы ее невозможно было повторить. Да, и выстаивают, и в глиняных сосудах. Но это и сейчас не редкость. Есть ли у вас мечта ученого-археолога, этакая Троя Шлимана? Ну, вы знаете, вообще-то, наверное, нет. Дело в том, что я в археологической работе, я, в общем, добился всего, чего хотел. Я хотел быть археологом, я им стал. Я хотел быть начальником экспедиции, я им стал. Я даже добился того, чего не ожидал. Да? Я стал первым в истории России начальником экспедиции в Италии. Мы рядом с Помпеями копаем, да, в Стабии. Это виллы аристократии. Вот первая вообще российская экспедиция в Западной Европе, античная, моя, да, за всю историю. Это мало кому так повезет, да, то есть тут уже ничего не сделаешь. Так хорошо я копал или плохо. Теперь задача просто все это сделать научной, ну, придать всему этому научную форму, все хорошо издать и описать. Ну, вот меня спросили, когда мы еще нашли в 2003 году клад, что бы я еще хотел найти, если говорить о находках. И я подумал, что единственное чего, это может быть какой-то текст лапидарный, да, написанный там на камне, который бы открыл какую-то новую страницу Боспорского царства. Там же есть огромные пробелы, когда мы не знаем десятилетия ничего, кроме может, имени царя на монетах. Вот, может быть, это единственное, чего мне хотелось, но это все-таки не сравнимо с Троей Шлимана. Да? Это что-то это другого порядка. Все-таки Шлиман был любитель, а мы все-таки профессионалы. Ну вот, но так я считаю, что у меня и так, тьфу-тьфу, конечно, постучим по дереву, но моя археологическая судьба сложилась настолько хорошо, что желать просить у судьбы еще что-то, это лишнее. Да? Это лишнее. И так я нашел то, чего никогда не ожидал.
Следующий вопрос. Чем археологи отмечают свою следующую находку? Есть у вас какие-то корпоративные правила? Ну, знаете, из всего особенного, да, кроме того, что радостно выпить, просто если находят иногда целый сосуд сохранности, которым не угрожает такое упражнение, это далеко не каждый сосуд, поэтому нужно спросить у реставраторов. Мы можем из него выпить. Вот если он есть, да, то есть специально его никто не будет хранить, там, держать. Если мы находим амфору целую, то мы ее моем там тщательно и разливаем из нее вино. Это для всех потрясающее впечатление. Это не влияет на нее, да, потом она все равно будет отмочена, отсолена, и это не повлияет. То, главное — сохранность предмета. Но если иногда вот археологи такое себе позволяют, да, позволяют, если вы меня будете спрашивать на суде, я это никогда не признаю, да, но такое может быть, но только если это не опасно для вещи. И только один раз, да, вот такую вот да, сделать. Да, да, да. Ну, это символично, да. Да, но вот. А так, в общем, как все отмечаем, ничего особенного. Если бы вы попали в то время, что бы вы хотели спросить или узнать у древних греков? Знаете, я не отвечу на этот вопрос. Это мне нужно очень долго думать, а главное, что мне нужно знать, какие это будут древние греки, да? Откуда они родом и какого они века. Я слишком хорошо в этом разбираюсь, чтобы иметь просто вопросы к древнему греку. Вот. Слишком много хотелось бы узнать, и поэтому я, наверное, не смогу вот так вот сейчас сформулировать кратко. Да, и в голову лезут всякие мелочи, типа, а правда ли, скажите, мы уже правда не воевали голыми во второй половине V века, как считают некоторые ученые, да, вот всякие такие мелочи. Если бы я нашел жителей Мирмекия, у меня были совсем другие вопросы, да, много чего меня интересует. Ну тогда из этого проистекает такой вопрос, а в какое время и в каком месте вы бы хотели оказаться? Ну, знаете, это вопрос тоже сложный, но я бы хотел, конечно, наверное, увидеть марафонский бой. Вот меня всегда интересовал этот момент. Но, с другой стороны, я не уверен, что я могу легко смотреть на то, как люди друг друга убивают. Это все-таки каждый раз тяжелое испытание для человека. Но, наверное, все-таки попасть в Афины эпохи Перикла было бы самым интересным, просто по улочкам пройтись. Как в машине времени вы путешествуете, прикасаясь ко всем этим артефактам, и спасибо огромное, что мы имеем возможность вот это видеть потом, то, что вы добываете, да, из земли, из курганов, из ваших раскопок. Пожалуйста, какой вопрос вам понравился больше? Ну, вообще, все вопросы были хороши, но я все-таки отдал бы приз вопросу по реконструкции виноделия по античным источникам, потому что это вопрос непосредственно связан с нашими вещами, и он действительно напрашивался. Вот я бы выбрал его как лучший, да простят меня авторы остальных вопросов, они тоже были интересны. Елена, поздравляем, этот приз ваш, ура, и спасибо Александру за такой выбор. Спасибо всем, кто меня слушал. Поднимают бокал за участников этой встречи. Спасибо большое. Александр, огромных вам творческих успехов. Спасибо, всего хорошего. Всего доброго. До новых встреч.